огромное желание и громкие слова, после которых, согласно расписанию, должны последовать красивые дела. Но мы бездействуем и ждем от этой жизни волшебства, но ничего не происходит. И мы сдаемся, утешаясь. Ну, значит, такова судьба. Чудес на этом свете не бывает. Но кто еще, если не мы, способны делать чудеса и что-то в этой жизни изменить, добавить в этот мир немного света и добра? Павел нас задумал освободиться, мы должны ему в этом посодействовать. Все, успокойся. Очень тяжело работать с теми людьми, которые мало что об этом понимают вообще. У каждого свои идеи, каждый хочет ее показать, как бы высказать. Кстати, я не знала, что ты умеешь играть на трубе. Все эти его выкрутасы. Попал в тюрьму, меня и жену. Показательное выступление, то, что он продемонстрировал, это в первую очередь говорит о его воспитании. Привет, Костик. У меня все отлично. Только очень скучаю без тебя. Не знаю почему, но я как проклятая ждала твоего письма. И вот ты мне написал. Очень рада, что ты не забыл меня. Ведь я постоянно думала только о тебе. Кстати, я не знала, что ты умеешь играть на трубе. Главное, помни, что я тебя жду. Очень хочу тебя обнять. Целую, скучаю, люблю. Первый раз. Я его долго ждал. Да нормально, что поражали, там есть такие моменты. Я не знала, что ты умеешь играть на трубе. Я когда читал, я про себя думал, блин, я тоже не знал, что я умею на ней играть. Познакомились. Несколько месяцев общались, потом так сложились обстоятельства, что мы не можем с ней больше встретиться. Корабль император летит, как стрела. В столовую пошел, даже ложку забыл с собой взять. Все в этом письме думал. Счастье. Клуб «Бережка». Там Боря Томас? С Павлом, ну, как-то был разговор о том, чтобы записать видеоролик. Был такой конкурс всероссийский проводился, «Калина Красная», среди осужденных разных городов, там, лагерей. Так, вот первое место, кто занимает на Красной Калине, там. Освобождаю прямо со сцены. Я так подозреваю, ты жаждешь просто туда попасть, на эту сцену. Я хотя бы хотел, чтобы у меня там... Да, помнишь, у тебя была песня, там, где ты поешь, ну, о раздвоении, как бы, что внутри тебя, там, я не помню текст этой песни. Песня, ты хорошо, конечно, что вспомнил ее. Он прячется от нас. Как бы, это попроще, ну, как раз. Небольшого зеркала. Вот, подожди. Вот клип, кстати, Bad Boys Blue здесь снимали. Давайте посмотрим, может, на что-то нас подвигнет, придаст какую-нибудь идею. Ну, если ты, конечно, не планируешь испортить свое шедевр. Вот, зеркало, кстати, зеркало. Ты же поешь там как бы о раздвоении, что внутри тебя сидит, как поешь. Я буквально 2 минуты назад под зеркалом приземлился. 14 Так, если что. Не, смотри, как у меня была такая мысль. Все это время, после нашего первого разговора, думал об этом. Потому что зеркало как бы снимается, там как бы диалог ведется с зеркалом. А я попробую это сделать. А не позже ли, вот, когда я приезжал, сын, да, кстати, это же вот это он все снимал. Чтобы действительно что-то получилось, не знаю. Конечно, было бы хорошо, если бы кто-то помог, подсказал, как это лучше, как это принято делать. Вот обратите внимание вот сюда. Меня кто-нибудь слышит, нет? Да, да. Вот обратите-ка внимание лучше вот сюда, автор сценария.
точно. Вот. Оператор от Арсенале. Да. Это может быть просто совпадение. Это не может быть просто совпадение. Это на экране имя и фамилия. Это судьба. Вот решили пригласить Кирилла Котельникова. Можно, наверное, попробовать. Я пошел. Говорят, возвращаться плохая примета, но все же. Разрешите? Да. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. Да. В общем, пришел я к вам просить вашего разрешения на реализацию еще одного нашего творческого замысла. Я уж, если честно, не припомню, какого по счету. Да, приходится им как-то помогать, потому что у нас есть режимные требования. Ну, все, что вот касается темы ихнего проекта, так называемого. Может, мы хотели снять, ну, что-то подобие музыкального клипа, что ли? На Ерешка намекаете? Да, на него, на самого. Но... Не, у нас опыта нет, понимаете, в этом деле. Но мы вспомнили то, что... Длинно, что конкретно надо от меня? Если в двух словах, нам нужен Кирилл Котельников. Ну, только он может нам помочь. То есть вы хотите, чтобы я вам его сюда привел? Да. Смело дожидаемся перемены. Подходим к Елене Яковлевне. И вот весь этот текст она опять не откажет. Спасибо вам большое. Да, не за что. Что отправили меня опять в нужном направлении. В буквальном смысле. До свидания. Всего доброго. До свидания. Ну, свой продукт они, конечно, мне приносят, который я одобряю, либо не одобряю. Смотрим, пропустим мы это в эфир наш или не пропустим. Ну что, здорово. Короче, блин, долго, слушай, рассказывать, я скажу тебе одно. Завтра у нас был Кирилл Юрьевич. Да? Да. Ну тогда вообще полный сал, удачи. Да не говори, просто рады, значит, мы чего-то стоим, в конце концов. Надо что-то конкретное толкать, потому что человек серьезный, клипмейкер. Смотрите, вот он идет. Это он? Да! Вот этот человек снимал клип Александру Новикову. Здравствуйте, наслышанный о вас. Видел в репортажах. Здравствуйте. Меня очень Кирилл. Рады. В общем, вот этот статный молодой человек, это наша местная звезда. Да. Вот это, в общем, наш местный, так скажем, рэпер. Да, и задумали мы здесь снять ему, в общем, клип. Есть, в общем, тогда такая мысль. Но улицу можно сказать. Я думаю, мы поступим так. С песней вы определились, да? Да, песня у нас есть, мы сейчас ее вам продемонстрируем. Что песня? Как ты сейчас назвал мою песню? Отлично. Отлично. Мы тут? Да, по местной. Здесь самое удобное. По местной классификации это VIP-места. Я просто вошел в стопор, мне сейчас. Все, идти печь. Прямо, да. Просим. Это такой наш антинаркотический эпос местный. Понятно. Простуда. Почти что половину жизни своей провел в глубоком черно-белом сне. Как зомби сторонясь живых людей, я прятался, скрываясь в наркотическом тумане. Примерно вот так.
Короче, крики «Браво!», «Бис!», «Тупак Шакур» переворачивается в гробу. Все, отлично. Откровенно говоря, я просто не люблю рэп. Все, во все свои песни я вкладываю что-то личное, как бы свои сопереживания. Человек невежественный. Конечно, бы, если какая-то критика последовала бы, там, с его стороны, я бы, может, отреагировал как-то. Просто когда мы сейчас заговорили про клип, что там про Bad Boys Blue вспомнили, конечно, я подумал о чем-то более веселом. Да, сильно, сильно. Ну, по крайней мере, для себя могу проанализировать то, что я это сделал хорошо, продемонстрировал Кирю Юрьевичу песню. На меня она оказала очень серьезное действие. Очень серьезное. Ну, действительно, как бы потом в конце нам подводится так, что как бы каждый человек в основном должен на себя полагаться в этой жизни. Честно говоря, когда я услышал про клип, я ожидал услышать что-то попроще, и песню попроще, и идею попроще. Идея какая-нибудь, значит. Ну, это мне надо рассказывать песню заново. Я про что и говорил, что она была сразу же. А нет, а вот визуальный ряд какой-то представляется, вот что мы видим? Как бы я читаю в зеркало, да? Ну, как бы общий план, то, что в зеркало должно быть видно. Угу. А когда уже это... Ну, в зеркале там отражается совсем другой может человек. Быть, мне кажется, сразу же это могут быть разные персонажи в зеркале. То есть это может быть... Придем мне к вам. Почему я когда начинаю разговор, меня постоянно все перебивают? Ну, это нормально. Все. Павел, нет, я не имею... Это вас никак не касается. Нет, действительно, расскажи что-нибудь о сюжете клипа. Я только два слова. Там уже... Я боюсь, у нас кот помер, пока мы тут. Кот помер? Кот, да, мы уже... Ты живой? Долго. Ну, давайте так. Задача очень серьезная, на самом деле, у ребят стоит. Они решили снять крайне непростой клип. Да, и еще один такой момент. В принципе, хотелось бы... Это не то, что как бы... Это как бы вот наше пожелание, чтобы как бы мы как можно больше обходились какими-то своими вот силами. Подозреваю, что... В общем, сделают-то они все сами. Я, может быть, где-то что-то только подскажу. Как бы есть небольшие задумки. Ну, как бы они совпадают, мне кажется, даже с нашими возможностями все это сделать здесь. Не затрачивая больших усилий, что-то как-то прося кого-то о помощи. Это можно сделать все самим такой, более простой. Мне также можно к вам обращаться по-свойски, да? А как? Нет-то, конечно. Вот как бы мой черновик. Я вот своим звоню вот иной раз, общаюсь. Меня вот одно бесит. То, что вот я вот звоню, мне вот именно вот это и бесит, то, что ни черта не изменилось. Тут мне вспоминается фильм этот «Летят журавли». Так. Там эпизод, когда его убивают, ну, как бы это, и вот это небо, как замечательно. Деревья, а небо. Нет. Действительно, вот сейчас во многом жизни, вот сейчас я отрезвел, когда вот пришел, как бы во многом, что обычно для обычного человека, что обычно, как бы уже не в порядке вещей, да. Для меня я все по-новому чувствую. Понимаешь, мне бесит то, что они сущности свои остались теми же, какие были. То есть нету, блин, толка там никакого развития. Сущности, ну, в общем, приоритеты нравственные такие же, да, остались. Да. То же самое, вот что-то то есть я... раньше, что сейчас. Может быть, находясь здесь, кого понял, я и до этого знал смысл жизни. Для чего? И как бы, не знаю. Но здесь... Сюда я вообще не туда зашел, да, честно. Ну почему? Как раз туда. Но, возвращаясь к нашему изобразительному ряду, а вот если нам так, допустим, сделать... Я рад, что я выйду другим. Я бы хотел просто взять текст с собой. Ну, буквально на сосочек. Все. Поговорю пока с ребятами. В общем, как мы сейчас говорили, договорились с Павлом, он мне должен написать текст. А вот, кстати, Павел, да, мы уже так заканчиваем. Вот. То есть, все, текст я забираю. Есть текст? Да, конечно. Все. Я его забираю. Ну, все, думаем. Все. Ладно. Рад был. До свидания. До свидания. Всего доброго. Мы были рады. Мы-то как рады были. И познакомиться и начать сотрудничество. Так, все, мы пошли. Вас уже заждались. Да. До свидания. До свидания. Боевая задача выполнена. Это все лирика. Ты как сходил? Отлично, вообще шикарно. Так, замечательно. Первый раз еще ходил.
Ты еще и со своей, походу, ходил. Да, с женой ходил. Ну, мама еще приезжала. Сам знаешь. Ты женат, что ли? Да. Чего ты молчал? Только не спрашивали. Я же тебе 3 дня не видел. Думаю, куда делся, куда делся. Мне первый день сказали, что он на КДС ушел. На второй день я опять к нему подхожу. А где Миша? Мы уже начали. Он мне уже ничего говорить не стал. Начали уже. Да. Давай о работе потом. Давай, блин, да, пацана. Да. Пацан первый раз на КДС ходил. Со своей фройлен, пускай расскажет нам с тобой. Ты хвосты вменяемый еще только вышел. Вот и вся фишка. Даже не понимаю. Да как я с переговора что-то не видел, ну вот на коротких свиданиях пару раз. Ну это не то, по себе знаю. Не сколько лет? Сколько лет? Так же, мне 19. Тебе 19? Ну, уже договорил. Вот видишь, вот ему. Люди свои 19 лет уже хотя бы какой-то багаж за плечами имеют. Не то, что мы с тобой. Черт побери. 21 год и ни черта, кроме 4 отсиженных лет. Ну, кто на что учился? Мне вот этого не надо. А так-то, если что, никогда сюда не стремился. Просто он говорит, а кто на что учился, ёперный театр. И девушка у меня тоже была, даже ждала 2 года. Так, если что. А потом суп с котом. Сам же знаешь. Ну, 6 лет, какая, что она, дура, что ли? Или я дурак заставлять ее ждать? Так, созвонимся. Попал в тюрьму, меня и жену. Да, сразу автоматически. Ну тут. Далее. Вот они ждет. Работа, она хоть и в лес не убежит, но ждать тоже не будет. Сандер, да. Часто гуляет везде. Чувствует себя хозяином этого всего. Творческий, творческий пока никак себя не реализовал, не проявил, можно сказать. Я не знаю, почему лучше ему говорить его. Ты говоришь, конкретно какая-то цель есть. Это все расплывчатое, туманное. Ты будешь хвататься за все подряд и в итоге ничего не достигнешь. Что у тебя? Ты меня обвиняешь? Нет. Ну как бы таких споров-то не было в основном. Как бы просто интересовались то, чем хотел бы заняться после освобождения. Вот если бы ты сейчас, давай вот. Если бы была сейчас возможность пойти на УДО и освободиться чуть пораньше. Так. Можно, да? Так. Ты бы хотел, чтобы ты яснее стал? Что такие вопросы задаешь? Вот если бы я сейчас слушал, я бы не знал, чем я занялся. Как? Ну, если честно, я в последнее время стараюсь не вступать в их в эти споры или что-то. Потому что человек, как бы, до конца не знает, о чем спорить. Ну, вот как останешь свое заключение? Ну, ты сидишь, как бы, тебя посадили. Почему ты вообще пришел? Как говорится, северный ветер породил викингов, да? Да и вообще вот эти все разговоры, для меня кажется, они как-то маленько пустоваты. Вот эти возвышенные фразы там, что-то еще, не знаю. Это все равно, что мне раньше очень нравилось, когда там наркоманы сидят и там, употреблив какую-то дозу там, до завтрашнего дня бросать кого он и так каждый день. Может, как бы, все гораздо проще, как обычно бывает. Мы ищем что-то где-то вдалеке, а все гораздо ближе и проще, как выглядит. Просто мы этого не замечаем. Думаю, со временем его пройдет. Ой, здравствуйте, Кирилл Юрьевич. Так. Кое-что принес. Это вообще старинное, советский еще. О, какой аппарат. Какой внушительный аппаратище. Зато то, что светит как надо. А сейчас продемонстрируем. Сейчас мы, знаете, что мы можем... Ага. А сколько лет? Много, много. Но этому конкретно... С давних советских времен. Ну да, да, я да, еще, да, наверное, даже не родился. То, что надо. Я так понимаю, он ставится вот... А мне так наоборот, чем внушительнее оно выглядит, тем мне кажется, вот что оно лучше. Вот по мне тоже. А что такое? Звезда. Надо привыкать к свечению, да? А, можно же вообще выключить весь свет. Конечно, можно вообще сейчас. Давайте попробуем. Во. Во. Видите? Вот. Ну, то есть я вам просто показываю, какие вещи можно... Ну, что-то вот подобного. Все. Включаем свет. Включите все. Ну вот, короче говоря, балуйтесь пока. Именно побалуйтесь. Вот так, сяк, подальше, поближе. Ну все, все, пока. До свидания. Да. Конкретная штука. Потащили тогда, ты сидел на сцену. А что вы пропустили на сцену? Пойдем. Мне кажется, это самое подходящее место будет для съемок.
Вам кажется, это надо обсудить все вместе, нет? Так вот и пойдем, где снимем. Где все-таки мы найдем это подходящее место для съемки? Давай вот обсудим сейчас. Дальше и подумаем. Я сам еще не знаю, Павел, я так и думаю в процессе еще. У меня не рождаются мысли там вообще за скоростью световой. Место вот, смотри, сделаем, ну, да, будет примерно как бы выгород. Учитывайте, пожалуйста, куда мой, мы будем... мой рост. Так, куда мы будем ставить зеркало? Мой вес, мою мощь. Очень тяжело работать с теми людьми, которые мало что об этом понимают вообще. Который человек видно, что он далек и пытается залезть туда, куда ему даже... Ну, не знаю даже, о чем он. Ха, кстати, точно, мы забыли, это же Зиндан. Нет, давай пока свет поможет, включим. Так, тебя, короче, понесло под землю. Мы в этом проекте, мы всего лишь исполнители его вот этого замысла. И, в принципе, наша участь незавидна. У нас есть, короче, это, стойки для выборов, правильно? Можно вот так это все огородить. Вот это балахон. А ты не знал, что у нас есть эти стойки. Я забыл сейчас. Кого с ней? А в основном, как бы, у нас разногласия. Это по моей вине, в основном. Я виноват в том, что я, бываю, цепляюсь словами и начинаю как-то... Че его там? Кто этому папарацци волю дал? Снимает, что? Для архива потом. Слушай, ты подключайся тоже к нашей дискуссии, что ты там бродишь? А если его вообще будут повесить? Кого? На что его повесить? Зеркало. Кого он повесит, я вообще понять не могу. Он решил сверху замотать. Своими оригинальными. Мне так кажется, что как более как бы обстановка разряжается, то что эти шутки. Да, маленько разворачивать. Отлично. Поэтому прошу прощения у ребят, если вдруг там нагрубил, где-то что-то пошутил не так, что его задело как бы самолюбие. Очень молоденькое самолюбие. Опять же, нам будет с Кириллом советоваться. Почему? В смысле, почему? Он подскажет просто. Если тебе так это неправильно как-то звучит, по-твоему. Горделивый человек и не нуждает чужих советах. Это неправильно, ты меня понял. Не, я слеплю тебя просто сейчас, да, и все. Я не про это понял. Не стоит этого делать. По поводу Сергея. Он просто такой молодой человек, который очень редко признает свои какие-то ошибки, даже если он где-то в чем-то заблуждается или ошибается. Он остро реагирует на то, что его поправляют или пытаются чему-то учить. Ну-ка, посмотри в зеркало, Паш. А что мне смотреть? Вы посмотри. Понимаете, что вот этим самым, то, что вы просто ограничиваете себя в какой-то фантазии и даже не можете что-то придумать? Человек... человек имеет четкую установку на реализацию своего и непосредственного проекта, именно так, как он задумал, не считаясь как бы с нашими... Что за привычка у вас спорить? Я хотя бы просто предложу свою идею потом. Какую? Никакую, короче. Я так понял, что... Это вообще дофига делов с вами что-то внутри кашу сварить это. Серега. У каждого свои идеи, каждый хочет ее показать, как бы высказать. И ждает от этого то, что его услышат. Как бы. В общем, все эти идеи я предлагаю записать просто. Чтобы ничего не забыть. И потом все эти идеи нужно будет выложить Кириллу. Он как профессионал, он просто даст мне отдельный совет. Дым секретом. С дымом. Да. Свет и темнота. Сергей, это лучшие гримеры, напомни. Сергей, а где Паша? Не в курсе? Вон идет. Здравствуйте. О, Паш, привет. Вот это как раз фонограмма, минусовка к твоей песне. Вот. Можно прямо сейчас при вас по-любому? Конечно, конечно. А? Вы парень. Все, да. Вон, давайте пойдем туда. На колонке выводить и сразу. У тебя надо, да? Как здесь? Нет, просто это... Сейчас как-то надо легковато. Не то, что он не подходит. Можно под нее сделать. Нет. Музыка чуть-чуть не совпадает. Да нет. Так, я крупный. Так, нет, слушай, понимаешь, вот эта музыка... Знаешь, что это будет такое тяжелое. Мрачный жест. Она разбавит его. И сделает это более приемлемым. Так. Наслушайте. Thank you.
Мне не важно, что бы вы сделали, мне главное, чтобы вы, ну, главное, чтобы вы устали. Не знаю. Да вот приемочная глупость, совсем другие люди становятся. Толком ничего кто снимать не умеет. Я видел то, что Паша маленько психанул. Не судите строго и все внимание на экран. Я немного потерплю и выскажу на все глаза.